все, заселились мы в номер, приехали. Лаос-Вегас. Лаос. Вегас. Я перевожу Лаос. Отель Лао Дао. А Лао Онг Дао Хотел Ту. Почему Ту, не знаю. Потому что две кровати. Их всего в этом отеле две кровати, и все, больше нету. Короче, столик, зеркальце, шкафчик. Холодильник. Телевизор где? А, ну вот, под столом-то холодильничек оказывается. Пустой. Ну и ладно, пустой, найдем, что поставить. Окно. Что там, вид есть у нас? Вид во двор. Что тут, пальмочки. И такие же номера, такой буквой П, наверное, какой-то вот загибается. Там вот вход, с той улицы мы пришли. Балкона нет, вон кондишн стоит. Преподаватель, вот. Не меня выключите. Пока. Давай. Ну давай выключим. Включено на 16. И две кровати отдельные. Люкс номер. И тумбочка между кроватями. Все, развод, девичья фамилия и тумбочка между кроватями. Ну и ладно, и что у нас тут? Унитазик, ванны нет, душ с обогревателем, зеркальце. Шампунь, ополаскивательная паста. Почему-то готовь. Ну тут один комплект, наверное, да, или два все-таки комплекта. Нет. Два кусочка мыла лежит. Ну, раковина. Ну, в общем, ничего, жить можно, нам тут одну ночь перекантоваться. Ну так, ничего у них, и плитка прям хорошая, богатая. Тут на дальше Лос-Анджелес. Да. Дальше будем изучать окрестности. Ну-ка там, что у нас? Ну-ка. Коридор такой. Направо и лево, борочка.